суток. Хочу показать, как мы работаем апортировку. То есть основное хочу показать. Не будет слышно, Тёма. Не падай, не будет слышно. Не отходи. Вот основное хочу показать возврат после подбора. Возврат и разгон для подбора. Аус. Суть в чем? После возврата у щенка не забирается апортировочный, то есть продолжается с ним борьба. И ради активной борьбы он снова будет подходить к вам быстрее, то есть он будет быстрее бежать и быстрее возвращаться. Аус. Молодец. Фусь. Видишь, вот так за бабушку, не за веревку бери, а за бабушку. Выбираешь, когда кидаешь. То есть пускается собака не сразу, а вот она немножко возбудиться должна. Брэнк! И борешься с собакой, не забираешь. Вот. Для этого вот желательно обмотать саму трубку, за что собака хватает. Вот. Зиц. Аус. Да, молодец, супер. Она даже корм не хочет есть. Да. Аус. Молодец. Фут! Супер. То есть сейчас... Выдержку перед подбором, перед высылом собаки делать не нужно, если хотите не потерять скорость. Вот, вы можете ради эксперимента там фиксировать собаку на перед выходом, перед высылом. Вот, ну лучше, чтобы она возбуждалась. Сейчас гантель упадет на пол, и она начнет аж визжать от восторга. Вот, я чуть подожду и вышлю ее. Брин! Сюда! Да, супер! Ну, как бы долго с этим играться нельзя, потому что собака может начать жевать апортировочный предмет, то есть... Ну, то есть перевозбуждаться. Вот, поэтому нужно смотреть, чтобы собака держала спокойно и за клыками. Аус. Ну и вообще долго с этим играться нельзя. До новых встреч.